Всем привет на 121 стриме. Сегодня мы начинаем проходить игру Toho 13 Ten Desires. Ну что ж, добрался-таки до нее. И по-моему у меня опять усиление микрофона залетело. Да? Да. Но я не знаю, насколько меня было слышно, нет. Сейчас должно быть слышно нормально. Называется настраивал перед стримом. Ну ладно. Будем считать, что все хорошо. Привет, Тор. Так, что у нас тут в опциях? Ничего такого. Ну, блин, врубай там насколько нужно. Как нормально, то есть саму музыку, чтобы было хорошо тоже слышно, чтобы, блин, просто не знаю, почему-то я настраивал, не смог нормально подобрать идеально. То есть, чтобы музыку было хорошо слышно, но и меня, чтобы было хорошо слышно. Чуть игру громче. Так? Я думаю, вот так нормально должно быть, в принципе. Итак. Rank Select. Player for health and long life. А, prayer, а не player. То есть молящийся за здоровье и долгую жизнь. Easy mod. Тяжело умереть для тех, кто хочет жить долгое время. Молящийся за безопасный трафик, это как переводится-то? Забыл. Типа движение, что ли? Что-то типа того. Не знаю точно. Нормал мод. Давайте найдем безопасную дорогу. Здесь хорошее путешествие. Молящийся за просперити, не знаю, типа успешный бизнес, что ли? Ну так и себе. Додумываю. Хард мод. И если ты конфидент. Типа уверен в своих возможностях, да? Да, хотя конфидент, не знаю, как переводится. Ты должен позволить сделать, ну, получить профит. Ну, как могу, так перевожу. Молящийся за безопасность данных. Лунатик мод. Вопрошать богов помочь. Не играйте в это. Почему нормал? Почему норма? Так изи же. На норме-то я вряд ли смогу. Кстати, что-то мне кажется, или захват кривой? А почему никто об этом не сказал? Блин. Привет, хвост. Сможешь, думаю? Думаешь, смогу? Ну хорошо, хорошо, нормал. Ну мне, ну вообще хотел на изи, ну ладно. Значит, Player Select. Жрица храма пяти желаний. Хакурей Рейму. Choosing Automatic Tip. Shot Normal. Homing Amulet. Spell Card. Spirit Sign. Fantasy Seal. Типа фантастическая печать. Special Ability. Divine Spirit Smooth. Кирисами Мариса. Кучия Саная. Ой, только не Йому. Только не Йому.
Кучисой? Это, этой Санае? Ну ладно, Рейму, Курей, как обычно. Смотрим, что тут за механика. Ну, стрельба на Z, как обычно. Бомба, скорее всего, на X, да? Тоже, как обычно. А, Shift есть, все. Cheerful even in death. Типа, улыбайся даже в смерти или что-то такое. Просьба, да, если пишите мне, то я должен прочитать, то, ну, пишите через обращение, а то тут, ну, как бы, тяжело же постоянно следить за чатом. К тому же он у меня далеко от окна игры, он, надо его подвинуть. Так, ну пока не сложно, ну даже на нормале, но это первый уровень. Сейчас босс будет, там увидим. Ну вообще вряд ли, на нормале тут очень сложный тох, и последнего босса вряд ли пройду. Ну, как бы, большие-большие сомнения в этом. Если на изи-то еле прохожу там, ну, в предыдущих частях. Здесь я не знаю, какой последний босс, но вряд ли что-то хорошее. А, так, теперь better beat. Побью босса этих призраков. О, у нас посетители. А, погоди-ка, я подготовлю немного чая. Базар, не помню. У тебя что-то нету. Типа, не расскажешь мне, что ты именно планируешь делать с этими духами или что-то такое. Что я планирую? Тебе нужно что-то проверять их. Ну, фиг знает, очень тяжело мне это понимать. Тут сюжет, как обычно, упоротый по-любому. Хорошо, я не знаю, что именно я делаю или что-то такое, но если ты хочешь знать об этих призраках, то тебе придется победить меня. Она спросила, на двоих есть чаёк, Так, ну здорово, босс. 30 секунд надо придержаться. А как это произошло? Я что, уже два раза слился? Блин, что так хардово. Блин. Печально. Ну, кто бы советовал на норме играть? Я же не этот, блин, не как ВМД, который там на лунатике сразу проходит. Блин, мне тяжело сразу на норме там проходить. Блин. Да даже и не сразу. Так о чем ты именно говорила? Я не видел, кто играл. Ну, местами я там вообще-то что-то другое играл. Я финалку себе выбрал. Так. Ты видишь духов, которые что-то ходят вокруг и летают?
рожденные молящимися людьми. Короче, я ничего не понял. Netherworld. Что-то какой-то приближающийся Netherworld был ошибкой. Я дала тебе подсказку. Кладбище позади храма. Suspicious, забыл как Suspicious. Какие кружадики? Что такое кружадики? У меня, короче, уже ноль жизни. А тут же continue, это не бесконечное, так что... Stage 2. Mower in Temple. Не так там правильно почитать, но как смог. Блин, много текста. Надо было по... Давайте я подвину чатик, а то не могу на его читать. Ну, далеко от окна. Чего? Два соби... А, короче, один и основное. В фариме жизни и бомбу это сиреневые и зеленые кружадики. А, я это читал уже. Не знаю, что такое кружадики. Два собирай, черные, когда будет три. А, когда будет три огонька внизу, жми С, и ты, надеюсь, всех не уязвим. Чего? Вообще ничего не получит, написал. Кружки синие, вот пульки вижу, да. Или это про какие? Ой-ой-ой. Привет, Рекралми. Все тоха игроки собираются на тоха стримы, как обычно. Я упорот? Это был даже не босс, а у меня больше бомб, наверное, нету. Непонятно, где там бомбы показываются. Обычно под жизнями, а там сейчас какие-то спалкар. А чё ты ж только что зелененькое меня притянуло? Я чё такое всё зеленое собрал такое? Что? Он троллит? Комп на гер... Не понял ответа. В нижнем левом шкала после ее заполнения на три деления ты получишь возможность входить в транс с нажатием кнопки С. Где? В нижнем левом шкала? Не вижу. А, спилкарт это бомба? Фиолетовые куски жизни, зеленые. Зеленые это то, что меня притянулось там, да? Это куски бомбы. А, там где спелкар, там еще звездочки какие-то зеленые. Я вначале их вообще не увидел, пока там играл. Но я сюжет пропустил, ну и ладно, тут сюжет. А, ясно. Так, что это за... Ментал Оазис.
Юкай, храм Юкай. Мой утренний долг это чистка, готовка, да, и что-то, и встреча там с кем-то. Давайте этим крики людей, чтобы пронеслись по Кенсакё. Эхо. А, вон я вижу там череп внизу и какая-то штука непонятная. А вон я что-то собрал сейчас фиолетовое, лол. Это что было, кусок жизни? А вон возле нее что-то летает там. Не, ну серьезно, зачем было мне даже пробовать на норме? Надо было вначале попробовать на изи, если бы я на изи прошел бы сразу с первого раза. То тогда можно было подумать о норме, но блин, сейчас я просто до последнего босса еле-еле дойду, и там будет и то, если дойду еще, а то я уже не уверен, тут слишком сложная часть это. Но с каждой частью только все сложнее и сложнее становится. А, серый дед. А, серый я вообще не видел. Собрал там, я видел серые, но их вообще сложно заметить, они прозрачные. То мне надо заполнить там всю шкалу, чтобы только один раз какой-то транс включить. Блин, а как это сделать? Слишком много их надо собрать. А что это синее значит? Вот это вот, ну, поле какое-то или что это? Ой, наверное, в нем я умираю, скорее всего. Победить победа надо мной не поможет никак. Ну, типа, ты Йокай. А, вот нужно три непонятные штуки. Так, я как садов, я не могу пойти тренить не на норме за каяк или как. В смысле, почему ты не можешь пойти тренить? 13-я одна из самых халявных, как мне даже проще 8-й, но не знаю, пока сложно довольно. Ну, может, я еще не знаю, но видишь, уже все говорят, что я не пройду, так что... Не, ну на норме это было очевидно, в принципе. Ну, посмотрим, конечно, раньше времени не надо говорить, но... Потому что как-то я говорил, что я первую там на Лунатике не пройду, в конце говорил, что все обречено, но потом прошел все-таки. Пока вроде много пространства для уклонения. Ну, я там пропустил кучу бонусов. Ой, я что-то собрал. Зеленая бомба, значит, да? Так ни одну бомбу еще не собрал. Тут очень надо много всего собрать, чтобы хотя бы одну бомбу было или одну. Ой, это же пульки летят, да?
Я путаю пульки и вот эти вот штуки, которые собирать надо. Так все много. А, что я пролистываю-то? Юкай запрашивает убийство Якая. Я побью тебя, босс Эдванс. Я не понял, что такое босс Эдванс. Ну и ладно. А Грейс тут что-то дает вообще? Сколько мне там вообще до транса собирать? Офигеть. Почти собрал уже, да? Там же три надо вроде. Только у меня даже жизни нету и бомб нету. А не, бомбу походу собрал одну только что, да? А, типа там можно не бояться ничего, да? Несколько секунд. Я понял. Кто это была мистическая девушка? Кугаса сказала, что она, ну, наблюдает, но... Мне интересно, что она охраняет. Не подходи ближе. Это что за работница Макдональдса? Мы Джанг Ши, рожденные защищать Магнифисент Музеум. Это зомби? А, так ты зомби? Да, правильно, я зомби, такая счастливая. Она выглядит неплохо для зомби. Ты пришла посетить могилу? Я пришла проверить какие-то давай духи, души. Типа, которые легко собрать? А, их легко собрать? Ну ты не одна из них, да? Как странно. Ну короче, я защищаю это и наваляю тебе. А что-то у нее много там летит всего. Так. Почти собрал этот транс. Блин, как-то это стрёмно выглядит, да, ну нафиг. Бомб-то нет больше. И жизней нет, что самое главное.
сколько там тебе еще? Так. Собрал, да? И что теперь? А метод транс использует только в критической ситуации, да? Так, и чё? Я нажал С. Вот оно, типа, стреляет как-то там куда-то, да? А, бессмертие, да, что ли, дали, или чё? И всё израсходовал. Блин, так долго собирал, так быстро израсходовал. Еще время истечет быстрее, чем я ее убью. А нет. I'm don't fur? Я не знаю, что такое фур. Просто что ты защищаешь? А, где-то что ты защищаешь, да? Время вернуться в землю, да? Зомби бесконечны и не умирают. Кто ты? Мне достаточно этого. А, в ключевых местах? А что такое ключевые места? Дверь в великий мавзолей, что ли, будет наконец-то открыта. Так, что тут много всего уже на экране начинает летать. Мне это не нравится. Ой-ой-ой-ой. Бонусы скорее мешают, чем помогают, потому что они с пультами сливаются. Не могу прочитать, что-то сейчас чат. О, здорово. Все. А, у меня была жизнь, прикол. Все. Что-то я, когда жизнь потерял, я растерялся просто сразу. Не знал, что нужно делать. Блин. Запоминать? Ну не, запоминать это слишком жестко. А ретри это что? А, чего? В смысле? Это типа континья, да? А то как-то непонятно, ретри. А сколько их осталось? Они самонаводящиеся, ну что за дно? Ой-ой-ой, ну это так глупо, ну пипец. Это был даже не босс. Да ну... Не, ну реально это слишком тяжело для меня. Я не понимаю, что на экране происходит вообще. Ну реально, что на экране вообще такое происходит? Тупо не понимаю.
А, вторая система продолжения. Это было быстро. Кто-то должно быть. Что-то не понял. Ладно, короче, давай ближе к делу. Я не знаю, как Rotten переводится. Ой, что, и с ней еще драться опять? А, сгнивший. Понятно. Ну, типа, она говорит то, что... Ну, вот это с... милым личиком, а Рейма говорит, ты имеешь в виду со сгнившим личиком? Их двое. У меня проблемки. А, это зомби, она не убивается, да? Она просто мешает. По-моему. Меня в угол зажимают. Да ну их нафиг, ну серьезно. Да я там что, видел что ли что-то? Ну... Как так можно? Ну... Не, ну хвост, ну ты, блин, дал на норме, блин, пробуй. Потеря времени. В чистом виде. Блин, да кто здесь кто вообще? Не, я не знаю, как здесь можно выжить. Такое ощущение, что на Лунатике играю. Что-то на Лунатике творится. Да блин. Да обо что я жизнь слил? Ну все, это босс, которого я не пройду, походу. Откуда столько контейнеров, я не пойму. А, ты прошел Лунатик? Насчет халявного не знаю. Так ты же говорил, что у тебя два континью, а что там, блин, уже я дофига взял.
Я на этом боссе уже 5 штук, по-моему, взял. Ой, да неужто, блин. Ну это просто вот... Стрелял, умирал, ну и, конечно, рано или поздно у него закончилось здоровье. Я ни от одной атаки, по-моему, не увернулся. А почему так халявно-то? Это я еле-еле до третьего уровня дошел или до четвертого? До четвертого, по-моему. Даже не пишут какой-то уровень. А, пятый уже? Ну, все равно. Что за фигня? Меня зажали. Значит, четвертый босс адский, так и запишу. Четвертый босс адский. На третьем боссе, по-моему, ни одной жизни не потерял. Как от этого уходить, от всего? Все. Вроде плохая идея была, но норм ли играть реально? А, хвост, а насчет там что-то писал. Я думал, ты хотел по хардкорщику, ну. Я хотел за один стрим пройти. Я же хотел только ознакомиться с топой серии. Вообще, когда начинал. Мне не настолько нравится, чтобы. Ну, прям. Пипец как офигевать. Там на лунатике или что-то такое, там тренить еще что-то. Я хочу тохи проходить без тренинга. Не, ну не обязательно с первой попытки, но как бы, ну, максимум за два стрима. Но у меня чувство, что я там ту норму не пройду даже за два стрима. Да по всем были предыдущим. Даже по файтингам были. И по фотошутерам. На изи прошел. Я на изи все каноничные прошел. Ну, на плохую концовку в основном. Ну, там, где есть плохая, прошел на плохую. Ну, который вот именно шутера.
Вот оно обычно дамагу шутеру я все прошел. Хотя бы на какую-нибудь концовку. Правда, одна часть меня затроллила очень сильно. Не понял, какая, там, где нужно было успеть вовремя. То есть каждый уровень там полчаса, по-моему, прибавлял, или час. Час, по-моему. И там нужно было успеть к последнему боссу в определенное время. Вот. Я вначале не мог никак успеть, да? Но даже если ты не успеваешь, это все равно считается игра пройдена, потому что там титры идут, и как бы... Просто это плохая концовка, но, да, пройдена. Вот, а потом я, ну, я все-таки, ну, хотел успеть. И я все-таки успел, и у меня игра вылетела на том дополнительном уровне. Я потом успел еще раз, у меня игра опять вылетела. Ну все, я дропнул. Я курен, я не знаю, что это. Это который в 10-й части, что ли, финальный босс? Где там пецкая атака офигительная. Ну да, прошел. У меня даже в запасе две жизни осталось. Ну, естественно, я не с первого раза. А, да не помню, 12-й вообще не запомнился, я за один стрим прошел. Ну на изи, естественно, на изи. Блин, я сижу, вспоминаю, какой там был босс 13. Как вообще 12-я часть выглядела? Это где я НЛО собирать? Нет, это... Это было 12.8, по-моему. Нет, 12.8 это... Эти войны феи или что-то такое. А, да, наверное, это НЛО 12. И не помню себя на какой босс там. Вообще не запомнилось, что-то она мне... Ну да, пока что, конечно, тут изи чувствуется. То есть я пока ни разу не слился, вообще ни одной жизни. Тора, а ты с первого раза на нормале прошел эту часть? Я не знаю, может быть потом, если у меня будет когда-то настроение, то какую-нибудь часть из сложных вот этих последних, может, и попробую на нормале, но только не десятую точно, может, вот эту часть, да? Ну, как бы это не обещание, а просто, ну, теоретически, да? Ну, как бы пока я хочу просто ознакомиться, так, пройти хоть как-то, чтобы увидеть всех боссов. Ой, чуть не слился. Кстати, я собрал уже эту штуку. Транс. Не знаю, зачем это расходовал, но там были просто эти плюшки, и я думал, что надо их это в удвоенной силице собирать. Как посоветовал чатик. Да, что-то пули прям заметно меньше. Ой, что-то они меня затравили.
Мы так не почти затравили. Ой-ой-ой. А, я помню эту фазу, она несложная. Ну, значительно всего меньше на изи, конечно. Ну, хотя бы есть с чем сравнивать теперь. Хоть какая-то польза от этого нормала. Все-таки так и не понял, что это синий круг, значит. На номер прошел? Так, третий уровень. А, ну здесь вроде босс какой-то легкий, на котором я не умер даже на нормале. Почему жесть? Дабл шифтим. В принципе, фигня, то, что она пускает вообще, не, ну, то есть тут умирать негде. Ну, чуть на пульку не напорол. Которая летела даже не в меня. Жизни, конечно, тут очень медленно собираются. А, это вот этот босс, ну ясненько. Она какая-то изичная, да. У нее самый легкий, по-моему, атака. Ну, который разметит проще всего. Ну что это? Полторы пульки на экране. Да, что-то изик прям вот в этой части странный, прям как. Он реально изи. Не то что предыдущих. Ну ладно, ну бывает. А почему у меня жизнь за это сливает? За то, что я
за то, что транс сам включился, главное, автоматически, у меня за это отнимают жизнь. Что-то я вообще этого не понимаю. Когда я умираю, у меня сам включается транс. После того, когда транс заканчивается, у меня еще одну жизнь отнимают. Что это было только что? Да, что-то... На норме этот босс, походу, проще. Я точно проходил ее без смертей на норме? Или это мне приснилось? Возможно, на норме я чат не читал просто. Не знаю. А почему он у него жизни вообще не тратит? Одну только жизнь разве потеряю? Вот четвертый босс, это просто какой-то ад. Но я надеюсь, что на изи, может, она хоть немножко меня будет жалеть. Хотя бы, ну чуть-чуть, ну пожалуйста. Ну чтобы я хотя бы не три контейни нанесил, а ну одну. Можно, да? Блин, я хотел собрать там кусок бомбы. Стой в углу. По-моему, плохая идея. Че, серьезно? Блин, нет. Его убивают. Время-то закончится. Так это еще не босс, даже вроде тут. Не, стоп, там же у нее самонаводки будут, о чем ты, блин. Ты троллишь, нафига. Я ж так погибну там. У нее же самонаводящиеся шарики эти будут дурацкие. А еще вот тут вообще непонятно, что на экране происходит. На норме тут просто невозможно выжить без бомбы. Нет наводок на инфе, да ладно. Транс собрал. Серьезно, нету наводящих шаров на инфе. Ну блин, что-то тут уже не очень. Я думал, боссы выглядят одинаково, только там меньше просто пулек там. Да нет, тут в углу не прокатит стоять, чё?
явно не прокатит. И, по-моему, пули не появляются, которые выпускаются за экран. Причем наводится почему-то на зомбака. Тоже непорядок. Ну не знаю, Тор, это не самая простая тактика, по-моему, в углу. Тяжеловато. Не знаю, что ты решил, чтобы самое легкое, типа вообще. Там нет сейфпоинта. Так, одну атаку вроде пережил, да? Что она слишком близко? Может быть... А, подожди, может ты имел в виду в другом углу? Что-то я-то не спросил, в каком углу ты имел в виду. Нет, по-моему, все равно не... Нифига подобного. Не знаю, короче. Верхним? Не, да ты чё? Ты гонишь. Вот они, самонаводящиеся шарики. А только они не самонаводятся, да? О-о-о. Не, ну в принципе да, тактика в углу, она в принципе работает, но все-таки там нужно иногда ворачиваться. Вот, видишь, не, все-таки она, блин, и транс включился. А, короче, так себе тактика. Вот тут вообще, мне кажется, все-таки нужно перемещаться. Они же сам наводятся. У меня же бомба есть. Привет, Аяка. А все, она по мне не придет больше. Он обидел. Зачем вообще стрелять? Я не пойму, а смысл вообще стрелять на этом боссе? По-моему, нет, да, смысла стрелять на этом боссе? Потому что я, по-моему, ни разу ее не убил. Она просто, у нее просто таймер почему-то работает, который я не знаю, что означает, но почему-то она умирает, когда он заканчивается. Хотя мне и говорили, что в топе никто вообще не умирает, ну, это другое, проигрывает. Так, что вы там понаписали? Какие эмоции были, чё? Короче, я не понимаю, чё, но... Пацифист странный, в смысле? Не. Ну,
Дотя, по-моему, сливался на этом уровне, на самом уровне. Стоп, я до босса вообще-то ходил? Да, я, по-моему, на боссе, да, проиграл. А на этом боссе есть какие-то тактики, там, сейф-спот и еще что-то? Как на том? А, хотя, стоп, на той не было. Это же меня обманул тоже. А это мы притягиваются. Не особо-то они притягиваются. Ну там уже когда сантиметр остается, то да. А, здесь тоже надо выживать, да, просто? Тридцать секунд. Блин, как-то скучновато немного. Ну, хоть бы другие какие-то атаки задействовал. Ну, 4 секунды. Так, стоп, здесь уже надо стрелять. Какой-то каверзный вопрос. Не знаю, потому что, по-моему, Тор так сказал. Я Тору доверяю, верю, он прошел эту игру уже раз 10. А, стоп, я же ее не видел, по-моему. Короче, не важно, я понял, что тебе тоже надо выживать, походу. 50 секунд. Так, у меня две бомбы есть. Музычка, кстати, вроде неплохая в этой части. Так. Пройдено. А бонусов что-то не дают, да? А, или дали что-то. Что-то некогда читать, что-то там. Ну, хоть и изи, но все равно надо внимание. Чуть-чуть бонусов не дают на этом боссе, что ли? Блин, не успел дочитать. Бомба-то у меня есть, надо если что использовать все-таки. Именно для защиты. Что произошло, если что-то что, я не понял. Почему у меня жизни сняли?
Привет, Найтрики, не вижу, что ты пишешь. Да что ж я, ну вот и все. А-а-а, снег выпал. Чего я шифт-то не использовал? Вот и дурак-то. Шифт же есть. Блин, а я что-то тут мне какой-то страдал. Аяка, привет. Так, сколько еще? 24 секунды. Сейчас босса убью, и тогда это, ну, прочитаю, что вы там писали в чате. Так, чуть-чуть осталось, слушай, по звуку. А, что-то не выдержал. Лучше же сохранить чуть. В другой последовательности теперь они начали опускаться. В обратную. Ну, вроде это легкая фаза. Так, 3 секунды, ну давай. Фух, так, что дальше? Ой, что-то прям выглядит сурово очень. Хотя, в принципе, вроде терпимо. В принципе, не сложный вроде босс пока. Не знаю, какая последняя будет атака, но пока вроде не особо сложный босс. А чё она так низко опустилась? Мне это не нравится. Вот, походу, тут какие-то неприятности сейчас будут. А, меня так сейчас зажмёт, что ли? А, нет. Вроде. А, какие-то ещё карты летают. И это все? Вроде не сложно. Ну, если это все, то извините, это реально изи. Ну, в принципе, на изи-то и должно быть изи, да? Это не то, что в предыдущей части. Так, бонусов не дают, если тайм-аутить. А, вон оно что. Так, снег я уже читал. А, какой пацифист стран? Вы чё, я ни Кейтельни же не подписывался. Так, демо-версия. Мне что, тянгивать не хочет. Разве что файтинг. Ну, у нее, короче, мана закончилась, я так понимаю.
Не, ну не знаю, Тоха всегда на уровнях нужно убивать врагов, это я заметил, как бы. Last stage, Old Garmony Sacred. Как их тут не убивать, они же нападают, ну как бы, их же куча тут всего летит. Если я не буду убивать, я просто не врежусь в самих врагов, ну даже не в пульки их, а в самих них врежусь просто, потому что их очень много будет неправильно. Тем более, для чего-то мне ждали оружие, значит, ну надо как бы... По-любому, чтобы стрелять, да, это же не зря шутер. Так, ну последний уровень обычно коротенький, и сразу переходим к боссу. Ой-ой-ой-ой-ой. Наблюдала за всеми твоими действиями, блин. Интересный человек, блин. Я так много от тебя научилась. Типа немногие, да, могут меня чему-то научить. Как долго ты наблюдала за мной? С рождения? Ну я примерно пережил, по-моему, там написала до рождения даже еще, но это бред. Ну в топу все нормально. Я не пойму. Ну, фиг узнает. Ты имеешь в виду Буклорен? Ну, короче, ее зовут Тоё Сатомими Номико. Привет, Мико. То есть это Мими. Не видел я тебя еще ни в одной из игр. Тут, тут это босс, который надо убивать, да? Или, только на последней фазе. Понял. Ну что, давай разберемся, короче, Мико. А когда последняя фаза будет? Как я пойму. Тридцать секунд выдержит, но это вроде легкая атака. Так, у меня бомбы есть. Мучка, конечно, приятная сюда столько. Сколько у нее атак? Ну вы что, издеваетесь? Столько фаз? Да это же минут на 20, наверное. Я столько в напряжении вряд ли смогу посидеть. Сосредоточение. Блин, что-то... Нет, это плохая фаза, но... Вряд ли я выжил. Ой, а там что такое прилетело? Ох, чуть не зажал. Так, следующий. Бонус фейлит почему-то.
Опять такая фаза, или тут что-то новенькое будет уже? Тут была ж такая же. В чем прикол? Тут больше стало этих звездочек, что ли? По-моему, тут просто больше стало. Но это как-то глупо. Ну давай, сколько там еще? О, слышу по звуку 10 секунд, да? Следующий. Еще 5. Это что? Как от этого уходить? Ой-ой-ой. Это ядерная атака, очевидно. В какой там? В 10 части, да, была эта ядерная? Не, в 11, по-моему. Я даже сказал ядерная. Это что, вся атака в этом заключается? И даже ничего не летит в меня? Что-то я только сейчас это понял. Что-то бред какой-то. Ну, видно, все-таки изи это совсем, ну, для немца. Не, ну, возможно, следующие атаки там будут унижать, я не знаю. Ну, да, я понимаю, я имею в виду именно изи. Опять эта атака, да вы чё? По-моему, еще больше стало, да? У меня такое ощущение. Так, 10 секунд. Давай. Так. 4. Что? Да вы кто? Зомби что ли какие-то очередные? Ну что-то тут, да, на Изи, конечно, это легко слышно. Хотя сейчас могут затроллить. Ой, могут затроллить. Но не затроллили. Или сейчас еще затроллят. Еще 17 секунд держаться. Да ладно. Ну, так уж и быть. Последнюю бомбу на них расходовал. Да что-то неохота сливаться на этой атаке. А, плюс одна стрелочка на каждой фазе. А это что-то другое. Мужики эти. Они, по-моему, еще на Йому были. Ой-ой-ой, ну это было близко. Ну все, да? Или нет еще? Еще есть один. Да это что-то сложное, блин. Да то есть 30 секунд, да вы что, издеваетесь 30 секунд? Я пока не понял, ну, это модель уклонения. М-м-м.
Что это? Так, ну походу легкая фаза. Да, ну это легкая фаза, явно. Если я тут сольюсь, это будет вообще жесть. Не должен уже. Интересно, какой у них хитбокс? Такой же, как виден, вот, наверное, самый яркий, наверное. Оболочка вряд ли хитбокс. Все? Где? Опять стрелы, что ли, эти дурацкие? А, не-не-не, что-то другое. Вроде несложным кажется. Но на лунатике я... Как это могло произойти? Этого не должно было произойти. Это глупость. Блин, ну тогда я могу не затащить. Или там какая-то будет фаза, на которой мне и так не было надежды. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И да. Так, одна осталась. Все, последняя фаза, на которую надо стрелять, что ли? 70 секунд. Или нет? Или это не та? Ой-ой-ой-ой-ой. Не, вроде нормально. Наверное, когда у нее вообще звездочек не останется, вот на той, скорее всего, стрелять надо. Там, видимо, не будет таймера, просто надо будет стрелять обязательно. Ну тут на лунатике вообще жесть, я так уже представил. Ведь, наверное, летит раз в 40 больше. Ой, сейчас вот это плохо. Повезло просто очень. Очень-очень повезло. Так, нормально стал. Так, 10 секунд. О, вообще в широкий проем попал. Хорошо. Пойду. Так, последняя фаза, да? Счетчик. Нет, 100 секунд всего лишь. А фаза, наверное, очень жесткая, да? Ой-ой-ой, что за троллинг такой? А, нет, счетчик не идет, лол, все, счетчик не идет, ну, затупил. Бомба же была. Все, да? Ну блин, не прошел. Блин, неохота сначала начинать. В смысле пацифистран? Да ты чё, какой пацифистран? Это чё, не убивать никого? Да это слишком жестко. Тоху и пацифистран — это понятие несовместимое. А где я там сливался в начале игры?
Не, нормал, да ты чё, если я это не прошел, то нормал это вообще будет жесть. Не знаю, еще один забег сделать. Раньше можно было количество жизни выставить настройку. В смысле убивает? Но я и так убивал. Стрелять? А, то есть. Так я же так понял, ну там, ну, типа, какая-то жесть будет, если в них стрелять, да, или что? Ну, типа там, плохая концовка или что-то, типа того. Все умерли. Ну хорошо, попробую. Но если это легче, то попробую. Ну, по-моему, это сложнее. Название левелов, ну блин, в смысле. Ну вот стреляю. А, и в этого я, по-моему, и так стрелял в тот раз, но это же не босс. А хотя нет, вообще-то счетчик тут есть. Тор и тренинг. Ну, вот. Не знаю, так не люблю вот, когда прям дошел до куда-то в игре, особенно до последнего босса, и начинать сначала, ну прям вот сразу. Не знаю, мне почему-то это тяжело очень. Ну вот и стреляю в босса. Ну, и что мне это дает? Ну, то есть, типа, по сюжету какие-то без изменения почему. Ну, скорее всего, плохие, типа, ну. То, что как-то вначале считается, что они плохие, а Рейму хорошие, а тут Рейму всех убивает, значит она тоже плохая. Даже если хоть это в добрых целях, ну блин, можно же другие пути найти, ну типа вот которые я проходил. С последним боссом случилось то, что я там бомбу не использовал. Ну да, по сути Рейму это самый отрицательный герой серии Тор. Я это, в принципе, давно заметил. То есть, так вот Зум решил сделать игру, в которой ты будешь всегда играть отрицательного персонажа. Который скрывается за якобы добрыми мотивами. Типа там храм охраняет, что-то такое, ну, это чушь, понятно, все, даже ребенок. Так, уже второй уровень, по-моему, начался. Как-то они тут уровни вообще не, ну, непонятно, когда следующий уровень начинает, когда предыдущий. Ну, да, во имя это типа там придумала, ну, короче, создала
твердой уверенностью обычного населения, что ну, это все делается все хорошо, и все верят в это. И им даже кажется, что именно так и происходит. Верят в ее учение, вот это все. Типа Юкаи это плохие, априори злые. Так, это ж не пункт, это так, просто обычно в разном уровне. Да, маму проще на самом деле не стрелять. Потому что я стреляешь, она это отвлекает. Как-то. Босс? Нет, это не русское слово. Ну давай сред босс. Ну босс, конечно, тоже не русское, но оно хотя бы такое уже приевшееся. Мид, это что-то уж совсем не наше. И чё, помог транс? Стоп, это уже босс идет, или это еще тоже сред босс? По-моему, это уже нормальный босс пришел. А, какой-то спеллкарт бонус дали, непонятно. Ну, типа, по-моему, второй уровень, да, пройден уже? А, нет, уже... А, нет, это третий уровень, вроде, где могильничек. И девочка с прогнившим лицом. Как этот Геннон говорил, your face will die. Так, у меня бомба, кстати, есть внезапно. О, одну эту уже для транса сорвал.
Так, это сред Бостон. Да серьезно, звук выстрела подвлекает. Лучше не стрелять, и тогда просто можно наслаждаться музыкой и все, и красивыми атаками больше. И к тому же там же, ну, концовка-то хорошая будет. Скорее всего. А здесь это красные вообще что дают? П. А раньше они силу давали, а тут уже нету силы понять. Я не вижу, что бы. Так, стоп, это тоже надо убивать, да? Ну, сейчас тогда стреляем. Думаю, пули помогут это. Пауэр, сила. А, увидел пауэр. Вначале это просто там незаметно, эта строчка была. Он дизайн меняет каждый раз, ты зум, и ты поймешь, вот ты забраться тяжело довольно. Ну так, с первого взгляда. А зачем бонусы нужны, я не очень понимаю, зачем мне очки вот эти? Я вообще их не собирал, когда проходил вот в предыдущих опытках. По-моему, там не было. А, больше очков, больше гордости? Меня это не интересует. Какая может быть гордость при прохождении на изи? Несовместимые понятия, по-моему. Стоп, а вот следующий босс будет очень сложным, если... Ну, использовать стрельбу. Это без стрельбы он легкий, а со стрельбой-то он очень сложный. Я там тогда три континента стрел. Привет, Ксенрир. Как это мы должны собрать? Бонусы ваши.
по-моему, это нафиг не нужно, это просто замануха, чтобы жить типа, да. Так, сред босса прошли. Ну, Ксенир, я уже понял, что финалки мы не дотянемся. Давно отключим, помню. Или дождемся там через полгода где-то там, куда-нибудь через год. Но это будет уже не то. А, стоп, это же сложный босс. Из-за зомбачки его все-то бьет. Блин, ну это что я должен делать? Серьезно, она прячется и ничего не могу с этим поделать. Сколько у него там здоровья? А, ну начинается фаза, в которой нереально вернуться. Ну, по крайней мере, на нормале уже тут вообще невозможно ничего сделать. Просто сидишь и теряешь жизнь, жизнь, жизнь. Ждешь, пока закончится секунда, или там случайно забомбишь там как-то. Просто на рандоме. Других способов я вообще там не вижу. Ну или надо лет 30 его тренить. Да не, по-моему, лучше бы я время ждал. Зачем это стрелять? Только отвлекаться. Это она регенерируется, да? А, пройдено.
пятый уровень. А я уже сколько континью взял, что я не помню. Один, что ли? Еще второй, да? Нет, еще. А, ни одного еще не взял? А, ну что-то в том забеге я, по-моему, тоже ни одного не брал к этому моменту. Нет, перебрал. Ну это самый унылый средств босс из всех. Потому что тут вообще умереть невозможно. Это, конечно, не специально. Ну, на изи. О, бомбочка. Надо бомбить, да, босса, наверное. А, у нее же, по-моему, почти все фазы легкие. Какая-то одна фаза меня очень доставляла. С ножичками там фаза будет, вот этот меня доставлял что-то очень сильно. А остальные вроде легкие. Сок у меня там дороже, что я никак не могу убить. Так. Что-то быстро фаза так идет. А в тот раз вроде как-то дольше, мне кажется, не то ли. Наверное, просто привык уже просто. А зачем я эту П брал? Короче, надо бомбить. Так, ну это вроде легкая фаза. А, это бомбит, ты чё? Это что за фаза? А, ну это самое легкое вообще из всех фаз. Тут вообще ничего делать не нужно. Ну я так стреляю просто из-за совета. Ну как бы. Ну раз типа стреляю, ну и стреляю. Ну по-моему тут вообще не нужно стрелять, в смысле нет. Просто покрутился пару кругов, и она сдохла.
А, потому что я в трасс не стрелял? А, ну возможно, да. Пластыч. Так, а здесь босс с каким-то очень длинным именем, которое я не запомнил. Ну, я понял, что фамилия Номико. То есть это Мими? А, ну да, легко. А почему ты считаешь, что если я одну жизнь дофармить, то... пройду. Ну, то есть, как это связано? Так, я именно одну жизнь посадил, что ли, на боссе? Ты что-то так сомневаюсь. Боги быстрее, привет. Что-то я не понял, Тор, о чем ты. А что так быстро эта фаза закончилась? Что-то не понял. Я решил забомбить, не знаю почему. Глупо. Нифига ты там были быстрее. Что-то у нее фаза все так легко проходит, странно. Ну вот, когда стреляешь, как-то, по-моему, заметно проще, если честно. А чё я не стрелял тогда, потому что это просто попытки? По-моему, стрелять проще. Серьезно. Здесь транс? Зачем? Ну хорошо. Зачем? Это ж легкая фаза. А у меня жизнь, кстати, дали. Вот эта фаза дурацкая. На ней сейчас я бомбу солью. Надеюсь, не жизнь. Да ладно, не слил ничего. Как-то повезло. Так, ну это долгая, но легкая фаза. А, я стреляю, она походу не будет такой долгой, да? Ой, вообще чё. А, вот здесь надо бомбить. По идее. Ну она как бы легкая, но что-то этот раз меня затравило, и мне это не нравится. Но на удачу, наверное, не буду бомбить что-то. Только надеюсь, что размиха.
получилось? Что это за удача такая? Так, ну это вроде легкая, самая легкая, по-моему, фаза. Хотя мне повезло в тот раз. Да, мне повезло в тот раз. Сейчас не факт, что так повезет. Не встать рядом с узкими этими лазерами. О, пока везет. Ну, вот это вот уже чуть-чуть сложнее. Сколько ей там еще надо? Опа! Последняя фаза? А, они как-то тут рандомно летают, эти шарики. Это тупо. Это я помню. Все, бомб нету, надеюсь на себя. Блин, там до транса чуть-чуть совсем. Фу, чё, всё? И чё, я типа даже ни одного контейнера не взял? 7 миллионов клир бонус. Ура! Без контейнера хотя бы на изичке. Не, стрелять все-таки проще. Стрелять проще явно. Крафт квирей. Так, Шрайнов Ист, это забыл. Ист, это у нас восток. Восточные границы Генсекё. Cherry Blossoms. Ну, короче, читайте сюжет. Я не знаю, он такой упоротый, он на английском. Но упоротым английском, я бы даже сказал. Я не понимаю этого. Ну, короче, все хорошо. Рейму подделала свои грязные делишки. И теперь говорит то, что якобы это были хорошие делишки. То есть, типа злодеев убила. Они там всякие гадости делали, а она-то вообще там святая. И Мариса ей говорит, а, да, я верю. Серьезно. Я и сама хотела их побить, но просто что-то там дела были. А через несколько дней, не знаю, ну, наверное, похоронили Мику обратно в могилу. И на этот раз залили бетоном, чтобы зомбаки больше не вылазили. А, проспала. Вообще, насколько знаю, в Японии кремация, откуда там зомби, не понял. Эндинг номер один. Bugs aren't the only things that live in cracks. Жуки не единственные вещи, которые разрушают жизнь, чё? Короче, не понял. Congratulations, all clear, just as expected.
Ну все, типа на хорошую концовку прошел. Титры, а титров так много, там же сделал игру Зон, Зун, 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 а и еще ему Зун помогал. И еще специальное спасибо Зуну. Во. Прям команда огромнейшая просто. Ну все, тогда да, этот стрим заканчивается. Досматриваем титры. Вопросы, пожелания, замечания, предложения пишем в чат. Ctrl нажми. Зачем? Нажал. И чё? Неважно. 13.5 не знаю, скорее всего не особо скоро. Потому что я так сейчас на рандоме включил, но и не исключено, что скоро. Ну не знаю. В общем, ладно, все. Всем пока. Увидимся.